Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы с вами продолжим выполнять акты, мы продолжим проходить главы и, конечно же, делать розыгрыши. В данном видеоролике мы с вами пройдем третью главу первого акта и, конечно же, разыграем в конце видео 500 монет. И также делаем еще для следующего видеоролика наш розыгрыш. Что вам нужно сделать? Лайк, подписка, колокольчик, комментарий, короче, вы знаете. Значит так, ребятки, не забывайте заходить также в мой телеграм-канал, на 8500 подписчиков я сделаю еще розыгрыш там, так что обязательно залетайте, потому что скоро там тоже будут розыгрыши на сезоны. Ну вот и все, значит, ссылочка будет в описании. Ну что, у нас есть задание: отправьтесь в лагерь охотников. Давайте пойдем в данный лагерь, посмотрим, что там вообще происходит. Мы уже, конечно, его с вами пролетали разочек на основном аккаунте, а здесь, конечно, у нас будет чисто по главам. То есть в этом видео мы проходим первый акт, третья глава. Вот, поехали. Ох ты ж, ничего себе, какой набор красивенький-то, паря, да? Хорошенький набор, ребят. Я думаю, что интересный. Но брать мы его точно тут не будем. Так, вот этот лагерь, как вы видите, лагерек. Мы едем тебе на огонек. Вот, поехали. Будем смотреть, что там есть. Взял я с собой немного, конечно же. Может, это много, может быть, немного, не знаю. Но пускай будет так. Разрушитель, конечно, не знаю. Там же, по-моему, толстых зомби больших нету. Вот, ну ладно, будем разбираться, будем смотреть, что там и как. Ну вот, главное, чтобы пройти это все экономным способом. Потому что я стараюсь более-менее стандартным, обычным. Не париться, не жариться. Вот так вот взять и пройти. Значит, здесь у нас ники есть, да, мы можем с ней поговорить. Не ожидал тебя тут увидеть выжившего. Мой напарник должен вернуться и поможешь его найти. Короче, у нее пропал какой-то напарник, и нам нужно исследовать данную территорию. Нам дают тут щенка, в принципе, чтобы он залазил пещеры, для того, чтобы забрать какие-то хорошенькие ресурсы. Ну вот, сразу знаю то, что тут нужно 5 нам шкуры. Это нужно полюбас брать оленя какого-то и долбить его по полной. Вот, 5 шкуры нужно по-любому. Так, тут у нас что, 80 хпшечка. Ну, давай мы ее будем, наверное, дубиночкой только бить. Вот так вот, досвидули. Там у нас тоже стоит. То есть, вы сами видите, я не беру с собой никаких огнестрелов. Я беру минимальное затратное оружие, которое у нас есть. Вот и все, больше ничего. Даже собачка не успевает покушать нормально. Гуманитарный груз пустой. Это, как это так вообще работает? Ну ладно, на тебе. Подарим хотя бы им. Почему бы и нет, да? Ну, а тут у нас тоже бегун. Бегун. Вот удобно очень сильно бить оружием, которое имеет 20 урона. То есть тройной урон и следующий — это добивание. Очень удобно. Вот, ты убьешь раз, ты бьешь два, добиваешь. Вот и все. Вот так вот оно и происходит. Так, а что стрелочки-то поменялись? Здесь какой-то ящик. А, ящик есть здесь, да? Мы здесь залутали, типа, только он пустой был какого-то хрена непонятного. Вот, сверху ящик. Мы не смотрели. Тут не ящик, тут у нас пещера. Пещера. Эй, собачка, давай внутрь. Так, пока место есть, хорошо. Так, тут забираем. Ну, тут сами видите, что дают. Дают разную штуку. То есть, ой, портфель, класс. Может, мы портфельчик замутим. Дайте нам тактический портфель, ё-моё. Вот, нам нужен тактический портфель. О, здорово, дружок. Не трогай чужие вещи. Эй, ты мог бы мне выручить? У меня сломалось оружие, а без добычи мне что-то там не сделать. Вот, ну, конечно же, выручи. Может, ты хочешь 5 оленей? Ой, это шкуры. Окей, мы тебя найдем. Так, 5 шкуры мы можем найти легко, только где-то как-то мне нужно выбраться отсюда. Вот так вот. Вот что у нас здесь? 80 хп. Ну, этого будем добивать. Давай, хорошо, есть один. Вот, ну тут можно, знаете, как сделать. Можно вот так вот сделать, хоп, и этой штукой добить. Клюшечка у нас тоже, кстати, долбит неплохо. И у нас добивается щенком. Это очень хорошо, только я не знаю, опыт нам считает или нет, когда щенок добивает. Вот это я не знаю. Ну, клюшечкой можно добить, конечно же. А ну, щенок добей. Ну, добивай. А не, мне не считает. Так что, если щенок добивает, ребят, вам опыт не идет. Так что добивайте сами, как видите, вот такая вот тема есть. Так, мы можем здесь как сделать? Я могу обойти, конечно, чтобы он не согрелся. Где-то сверху зайти, да, вот так вот через верх. Зайти по стелсу и добить его спокойно, свободно, пока щенка нет. Блин, а нет, я успел, отлично. Все, давай, щеночек, полез туда. Сейчас мы посмотрим, что здесь есть.
Вот, тут стандартные идут вещи, есть такие, которые вообще не нужны нам, да, ну, ничего страшного, мы заберем вот так вот, то, что не надо, мы оставим. Так, тут у нас, что у нас такое может быть? Интересно, интересно, ну, давай посмотрим. Так, это берем, это не берем, это берем, это пьем, можно удалить. Вот здесь фотоаппарат, веревочки, короче, разная шляпа падает здесь, я не знаю почему, такая мусорочка нормальная. Можно было бы, конечно, какой-то огнестрел подсыпать, но видите сами, ребят, не хотят разработчики сюда вкинуть огнестрел в эту локацию. Но я думаю, что попозже где-то как-то можно будет что-то посерьезнее найти и будет все хорошо. Сколько у тебя? Одна шкура. Надо тебе волки. Где-то тут волки точно есть, я знаю. Вот, сейчас пойдем мы их убьем первым делом. И потом уже мужичку отдадим эти шкуры. И он будет довольный. Вот и все. Так, 80 хп. Вот, я думаю, что здесь нужно ударить по-другому. Разрушителем первым делом ударить толстяка. Чтобы потом вот так вот, да, было. Все прекрасно, все хорошо. Вот так, давай, пошел вон. Хорош, нормально, все нормально. Вот так вот вы пробили, вот и все. Тут у нас, тут у нас, тут у нас, тут у нас еще есть чуть-чуть места. Буквально чуть-чуть, несколько местечек. Местечек, местечек. Болт я заберу, болт я точно возьму, потому что болты очень-очень нужны. Здесь очень много дерева, ребят. Я не знаю как, но залутать все дерево было бы неплохо здесь. Вот, очень много дерева. Где волки? Мне нужны волки. Волки вон на той стороне есть. Как туда пройти? Я знаю, как туда пройти. Вот так. Вот, волки здесь живут, они здесь обитают. Что делают, я точно не знаю, но как-то тут поживают. Ну, тут главное забрать нам, это, конечно же, нашу шкуру. Потому что без шкуры мы не выполним задание. Хорошо то, что дают, да? Хорошо то, что дают они эту возможность, то есть на этой локации взять и залутать, и найти, и так далее. Так, 60 хпшный ты, гребаный волк, иди сюда. Так, тут ящик, ага, тут у нас даже вот так вот есть. Хорошо, что мы можем удалить фотоаппарат, удалим. Можно пивас удалить. Вот, пивасик удалить, это забираем. Ну, клюшечку, понятное дело, что мы заберем. Ну, вы сами видите, это очень легкая локация, где вы можете оружием ближнего боя, абсолютно любым, топ, будь то весло, будь то что-то другое, абсолютно любым, катана, мачете, это самое топовое что-то. Ну, 4, а где еще один? Да ну ладно, ну серьезно, мне нужен еще один волк, где его? Или олень должен быть? Вот он, я его нашел. Вот, ну, главное то, что он есть здесь, да, вот на этой карте. Все, забираем, забираем, идем, 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 идем. Вот, хорошая локация, чисто, знаете, вот так вот прийти сюда голым, без трусов и пофармить немножко. Вот, это хорошо. Найдите чужой след, нужный след. Так, первое это выполнено, окей, давай пойдем дальше. Давай пойдем посмотрим, вот здесь по стрелочке уже будем бежать. Ну, чисто вот сюда, сюда, сюда. Опа, что-то тут есть, да? Опа, давай посмотрим. Вот, можно было попозже, да, это все делать. Но главное нужно... О-о-о, пацаны! Ой-ой-ой-ой-ёшечки. Давай, давай, вот здесь, конечно, да, уже нужно помощь собачке. Давай, собачка, давай, хорош, молодец. Молодечек такой. Так, подожди, 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 подожди. Подожди, идет дожди. Так, берет, берет, отлично. Так, далее. Ага, нужно найти след. Где-то опять наверх показывает. Че туда опять клонит-то? А, кстати, что у нас по хилке есть? Вот такая хилочка, раз. Вот такая хилочка, два. Мы тоже ее покушаем, потому что смысл нам тратить эту рагушечку? Я не знаю. Нету смысла, наверное, все-таки. Освободить два слота лучше, правильно? Ну и что здесь делать? Типа залутай или что? А. О! Ого, брат, ничего себе, ничего себе. Пошел вон, гребаный этот, экибастос. Нормально он сожрал меня, да, ребят? Нормально, я думаю, что да. Так, следующая, третья цель, то есть третьи следы нам тоже нужно найти. Ну, давай пойдем посмотрим. Давай пойдем, где он тут спрятал эти следы. Вот тут они. Сейчас тоже какая-то волна пойдет, скорее всего, мне кажется. Ну давай, ага, вот здесь еще три штучки. Найдите нужный след, осмотрите лагерь. То есть нужно что-то осмотреть, да, может что-то изменится здесь. Но я сомневаюсь, я думаю, что здесь волна зомбаков придет. Максимум, что может быть.
Ну, давай посмотрим. Так. Сюда мы уже тут лутали. Мы уже наперед перелутали. Это весело, да? Вот это да, конечно. Так, пошли вон. Пошли вон, ползуны. Давай, пошел вон. И ты, ползун, пошел вон. Пошел. Хорош, хорош. Так, отбиться от зараженных. Все, ребятки, все, задание выполнено. Вот и все, вот и вам весь лагерь. То есть здесь огнестрела какого-то сверхъестественного там не нужно. Это что? А-а-а, меня сейчас сожрет медведь. Помогите! Это Балу, что ли? Балу, это ты? Балу, это ты? Ай, ребят, смотрите, меня сейчас сожрут. Блин, что делать? Я спрячусь за тобой, юная девица. Вот, мы можем посидеть за тобой. Вот, пускай она его бьет. Смысл мне? Ну, я, конечно, получаю урон. Я могу отбиться, но он не сильный, ребят, не бойтесь. Это обычный медвежонок, которого нужно снести. Вот так ему, да? Снести все, что у него есть. А ну иди сюда, Балука, Балука. Вот такая у нас Балука, да? О, все, он исчез. Ух ты, классная собачка. Ха-ха, смотри, как будто голова слепого охотника у нас на стене, а тут собачка типа у медведя. Вот это прикол. Так, смотрим. Если бы не ты, он бы еще кого-то убил. А насчет напарника, есть одно место, куда он мог пойти. Поищи следы к северу отсюда. Короче, нас отправляют дальше, да? К северу куда-то. Отправляют и говорят, чтобы мы поискали с вами следы. Вот тут даже что-то положили, какие-то следы. Сейчас придут зомборезы, 150 штук или не придут. След взят. Все, миссия завершена. Давайте посмотрим. Это у нас акт 1. Акт 1. Получается, акт 1, глава 3. Первую миссию мы выполнили, следующая миссия — исследовать местность. Окей, поехали, будем исследовать. Значит, отправляйтесь в каменные горы. Вот, насчет места, я даже не знаю, может быть, даже можно пойти скинуть или не будем скидать. Давайте сейчас я зайду, посмотрю, что у меня есть в этом портфеле. Может, что-то удалить такое, знаете, более-менее ненужное. Так, там нужно вот сюда, да, каменные горы. Давай посмотрим первым делом. Ткань, штаны. Ну такое, можно чуть-чуть поудалять. Есть какая-то оружка, ладно, я не буду тогда чисто где-то убегать откуда. Ой, 9 минут дают. Блин, можно на этой локации, конечно, деревом утонуть, но ладно. Вот, хотелось бы, если было бы время, да, можно было мутануть. Это чисто, знаешь, как берешь топоры, нажимаешь авто, он сам фармит, и ничего тебе делать не нужно. Не, ну прикольно же, прикольно, можно зафармливать до конца. Давайте так, если мы успеем пройти эту локацию, мы поедем домой, если мы успеем, мы сделаем этот ветер. Вот, посмотрим, будет видно. Так, тут у нас, конечно же, очень сложный, скажем так, ивент, потому что здесь будут зомби. Куча зомбарей по 80 хпшек, точно знаю. Вот, я буду первым делом вырубать данных зомбарей. Вот, а там уже мы будем смотреть с вами, куда мы пойдем дальше. Потому что тут они будут бежать очень-очень много. Так, поехали. Давай, давай, давай. Так, я не знаю, почему их не лутаю, но можно было бы полутать. Вот эти семена. Семена можно было тоже собрать. Недостаточно места для семян. Очень весело. Ладно, удаляем раз, удаляем два, удаляем три, вот так вот это четыре удаляем. Что еще, что еще? Это тоже удаляем. Пять. Ну, пока место есть, да? Пока место есть, попробуем, может быть, соберем семена. Семена я бы забрал, ребят, это хилочка, которая нас отхилит. Так, все, растительное волокно, растительное волокно. Тут что у нас? Растительное волокно, это заберем, похилимся. Так, ну что, поехали, будем пробовать отбиваться. Потому что тут вот ребята серьезные живут. Давай, давай. Ого, ничего себе, 3 на 1, да, пошли? Ну, пацаны, ладно. Клюшечка будет работать на вас как раз то, что нужно. Вот клюшечка работает, изи, изи-пизи. Так, забираем. А зачем тут флешки с этих зомби выпадают? Вот не понимаю. Так, 80 хп-шная штука. Бабам, до свидули, до свидули. Так, здесь по стелсу, аккуратно, не спеша, идем. Мы никуда не спешим, нам никуда не нужно бежать. Вот, мы делаем просто некоторые манипуляции, особенно дубиночкой. Вот, тут что у нас получается? Там толстяк, ну, агрить я его бы не хотел. Мы сагрим одного, вот этого дядьку, и другого. Эй, идешь сюда? Дядько,
Во, пошел. Вот. Ну, чтобы толстяка не орить, да, лучше толстяка пробить сталсом. И будет лучше, и нужнее, чем этих зомбарей. Давай, иди сюда. Уху, пошел, родной. Пошел, давай. Давай, дубиночка положим. Бам, хорошо, забираем. Так, смотрим, разрушитель. Разрушитель, плюс чем мы будем добивать? Давай клюшкой попробуем. Разрушитель плюс клюшка, тоже неплохо. Бабам, 165, и тут по 18 урончика как минимум пролетает. Бибим, отлично, отлично. Все, забираем, идем дальше. Смотрим, что здесь у нас есть. Тут у нас какая-то вообще обстановочка непонятная. Ну, попробуем сейчас пройти сюда. И что здесь у нас такое? Машина! Ура, машина! Только смысл с нее. Ага. Ой, тут же эти рейдеры, я забыл. Так, нас точно не заденет. Не должно. Угу. Так, а ну-ка давай посмотрим. Бабах, просто разбомбили гастейшн. В общем, нормально было. Вот сейчас нормально было. Конечно, пришли грабить здесь. Похоже, они никого или не... Что тут ищут? Кого-то ищут или что-то тут ищут. Да, я думаю тоже, что они тут что-то ищут. Их тут много, поэтому работай тихо. Это понятно, понятно. Смотрите, фургон торговца. Давай, давай, пойдем. Только я не понимаю, как он бегает, ну ладно. Первым делом, конечно же, ребят, я попробую слить всех рейдерюх. Вот так вот, да? Так, пошел вон. Ну тут, да, будет сложно. Я не знаю, сможем ли мы с них забирать хилку, какое-то оружие или же броню. Вряд ли. Не, это так тут не работает. Жалко, жалко, очень жалко. Ага, ага. Ага, ага. Интересно, он выстрелит так все патроны, если будет стрелять у меня через фургон? Если я его подведу, например, к этому мужичку, он будет его бить? Нет, он его не бьет. А вот, а ты пошел вон, слышишь? Мне интересно, почему ты не бьешь этого мужичка, вот этого, волка? Эй. Не попадаешь, да, брат? Ну, прикольно, прикольно. Так, сейчас подхилимся. Давай, иди сюда. 25, 25, 25, 25. Давай. Блин, бесит это, конечно, эта тема. Ну ладно, похилимся. Пока что у нас есть, пока хилочка, да. Вот это мы все заберем. Пойдем, пойдем, пойдем. Не знаю, может быть, машину открыть не будет сигнализации. Не, вроде нет, отлично. Так, смотрим, ребят, смотрим. Короче, беру дубиночку. Дубинкой будет получше, наверное, все-таки долбить их. Вот, не понимаю, почему стелс тут не работает, понимаете? А, подожди, это зомби. А что они тут делают-то? Зомбаки, вы что здесь делаете-то? Ладно, с зомбаками мы можем разобраться попозже. Но, там еще два мужика у нас есть, как минимум. Фургон мы посмотрим. Так, мотык. Мотык, мотык. Вот смотрите в магазине. О, смотри, нам дают броньку. Нам дают гребаный самопал ненужный. И здесь у нас есть вот такое. Похилимся и пойдем. Ну давайте. Давайте попробуем этих гребаных рейдеров еще снести. Ай. О, о, вот так. Смотри, знаешь почему? Вот. Тут прикольно то, что ты через стену встал. Он типа стреляет тебя, но по идее урон не проходит. Потому что там стекло, оно не пробивается никак. О, мы можем его залутать. Две дубинки, ни хрена себе. Офигеть, а почему? А труп исчез. Вы видели такое? Труп исчез. Ё-моё, а чё так-то? Нужно сразу освобождать место, как вы видите, ребят. Очень интересно, да? Мне как-то странно это все было, ну ладно. Так, флешки, телефоны. Ну давай ткань удалим. Плотную. Так, ну что? Я думаю, можно идти. Конечно, хила уже мало, как видите, уже практически ноль. Вот, ну пойдем, попробуем его завалить. Я думаю, что если мы сможем его забрать, то есть что-то у него будет, будет хорошо. Но у меня хила вообще ноль. Вообще ноль. Нулина просто, нулина. Рейдерек, дай хил. Ай, не дает. Вот, короче, они какие-то странные. Хотя труп показывается. Ну интересно, я все-таки открыл этот труп. И у нас вот так вот получилось. Так, что-что, доложить вот эту штуку. Так, думаю, ключ, да понятное дело, что ты думаешь, ключ вот здесь, да, понятно, лежит.
Одна хилочка осталась. Ну как это так? Как это так работает? Ну давай самолечение, может быть, включим. А, может быть, поможет, может быть, не поможет, не знаю. Здорово, мужик, выходи. Я думал, что выберусь отсюда живым. Я снова твой должник. Да понятно, торговец, ты мне постоянно что-то должен. Так, выходи давай своим дробовиком. Ни хрена себе, он мог своим дробовиком выйти, двери вынести, выстрелять всех тут, перестрелять. И все было бы прекрасно. Так, ну давайте, давайте, давайте. Так, что тут, никогда не объяснять, нужно скорее сваливать. Ну да, зомбаки пошли. Зомбаки пошли, давай, давай, дробовичок. Опа, опа, отлично. Сразу меня бьют, вы заметили, что меня сразу бьют? Никого другого, только меня. Вот как-то, о май гад, вот это подгон. Вот это подгон, спасибо, пацаны, спасибо. Так, это пока сюда возьму. Вдруг там хилочка какая-то нужна будет. Так, смотрим, что. Расчистите дорогу от зомби, понятно. Ну, пойдем расчистим, без проблем. Называется Easy расчисточка, зомби, шпиль. Вот, тут у нас есть по 120 хпшек. Чем их бить? Ну, давайте бить любым оружием. Любым оружием, абсолютно любым. Вот так вот. Мне бы, мне знаете, что нужно? Забирать их. Пускай он долбит, но я не знаю, вытащу ли я вообще по... А, он так забирает, да? Блин, плохо. Плохо. Очень плохо. Так, бей его. Блин, опять он забрал. Да задолбал ты, волк! Гребаный волк, как ты задолбал. Так, тут что у нас? Бегун. Ну давай, бегун. Давай, разбей. Ну не знаю, я попал, нет, но очень весело. А как это он побежал туда, смотри? Он побежал наверх, и они не согрели. Что за бред? Что за бред? Алло. Алло, что за бредятина? Не знаю, ребят, такое, конечно, только в фильмах можно увидеть. Он просто пробежал через толпу зомби, не согрел никого. Как так бывает? Я вообще без понятия. О, здорово, брат, здорово. А ты будешь его бить? Нет? Так, отлично, убираемся отсюда. Ты сначала добей зомби. А что это за шум? О, зараженный олень побежал. Офигеть. Охренеть, зараженный олень. Ё-моё, а чё? Если бы был пистолет, можно было бы его чпокнуть. Но я не знаю, вряд ли бы что-то с него выпало. Просто мясо, наверное, шкура. Скорее всего, что так и было бы. Так, ладно. Это мы забираем. Тут больше делать нечего, наверное. Ну, тут еще зомбак какой-то стоит. Давайте его тоже заберем. Вот, в идеале можно было бы подчистить это все дело, да? Тут, конечно, серьезно. А, тут 80 и тут 80. Ладно. Опа, хорошо, дядя. Давай, давай, до свидули. Тут машина есть еще. Давай машину посмотрим, может будет какой-то хил. Короче, нужно вокруг пробежаться, посмотреть. Я не знаю, там локация закрылась, нет. Но мы точно сейчас пойдем. Вот, что-то сделаем. Блин, не лезет, ребят, не лезет. Что мы можем скинуть? Веревочки обменяем на вот это, да? Веревочки обменяем на вот это. Конечно, у меня оружка сбитая есть. Ну, это покушаем, батарейки. Батареечки. Сколько там у меня? Ну, давай на батарейку поменяю. Ну, пока так будет, пока так. Как видите, здесь очень много всего, и ты не сможешь полностью все абсолютно залутать. Вот, тут мы уже были с вами, тут перелутали. Ну, я думаю, что больше тут делать нечего. Все, тут можно выходить себе спокойно, свободно. Вот, идти дальше на следующую локацию. Это у нас будет отправляйте сосновую рощу. Вот так вот бывает. Все, теперь точно нужно нам скинуть. У нас все забито, сосновая роща. Что там будет, я не в курсе, но по-моему, если я не ошибаюсь, нужно будет в пещере полить кого-то. Если я точно не скажу. Так, эта локация исчезла у нас. Ладно, ничего страшного. Вот, нам сейчас что нужно? Скинуть данное добро. Пополнится, да? Наконец-то мы забираем топоры, калашик. Отлично, просто замечательно. Ежедневный бонус мы забрали, наверное. Так, тут у нас C4. Ой, а что это за монетки? Золотая лихорадка. Так, золотая лихорадка, соберите. Тратьте монеты на любые нужды, получайте. Ох, ничего себе. 1200 монет. Короче, нужно потратить монеты, получить. За монетки можем... 25-75. Не, ну это понятное дело, что на основе тут можно сделать, конечно же, но не здесь. Вот. Здесь у нас такой портфельчик интересненький. Походной какой-то. Ладно.
Все, идем домой, домой. Скидаем все и будем отправляться на следующую локу. Вот, будем смотреть. Я надеюсь, что мы вторую, третьей главы, второе задание выполнили, наверное. Первого акта, третьей главы, второе задание. Блин, тут запутаться можно капец как. Да, двоечка светится, я надеюсь, что вы выполнили. Давай посмотрим, конечно же. Так, второе задание выполнено, и первое, да, еще третье осталось. И у нас, ребят, наконец-то будет книжная полка. А вы все знаете, что такое книжная полка. Это такая песня, вы даже себе не представляете. Что... Не, ну вы знаете, увидели. Ну вот, но будем, конечно же, изучать, будем смотреть. Так, что с собой беру? Беру, конечно, разрушитель, не хотелось бы использовать. Я бы его лучше где-то вкинул бы. Бам-бам-бам-бам. Так, разделим, давай вот так вот, да. Есть морковка? Нету. Нету морковки, к сожалению. Морковочки нету. Ладно, пускай все доделывается. Я думаю, что вот этого хватит нам. Так, есть морковка. Есть морковка. Плюс, 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 плюс. Что тут нужно? Одежду какую-то брать. Я бы взял с собой одежду. У меня целая одежда, по-моему. Давай я возьму с собой броню спецвойск. По-моему, там сложное будет задание. А может и нет. Может, да. Ладно, короче, берем с собой надбитую. Надбитую, да. Вот так вот. Там мы уже посмотрим. Есть шлем, давай возьмем шлем. Хрен с ним, он нам абсолютно не сильно нужен. Футбольный шлем. Так, раз, два, три. Три оружия будет у нас. Можно еще какое-то взять. Что взять, что взять? Ну, мясницкий нож, скорее всего. Или кувалда у нас есть там, да? Вот, но тут есть битая. Давай сбитую кувалду я возьму. Сбитую кувалду я возьму. Я думаю, вот этого всего добра нам хватит. Так, тут у нас есть целая. Тут у нас что? Разрушитель. Разрушенный. Вот такой вот, да? Ну, на несколько ударов еще можно использовать. Но я думаю, что нам этого хватит. Все, теперь мы можем отправляться. Я думаю, что без проблем мы как-то вытащим. Разбившийся корабль. Понятно. Будем попозже разбиваться там. Так, 85-85. Штаны будут. Это будет. Не хватает каких-то сапог. Что у нас по одежде? Экипировка. Сапог. Есть у нас кеды. Ну, давай возьмем кеды, да. Какая разница, какие сапоги. Главное, чтобы они были. Вот. И здесь, конечно, нужно было бы мне забрать граммофон и пластиночку. Вот. Давай мы его где-то поставим. Поставим ты граммофон. Вот сюда. Не, подожди, у нас где-то декор. У нас вот тут стоит. Ну, ладно. Пускай стоит, мы потом обновим. Вот, пластиночку с мотелем мы закинем именно сюда. Пускай себе играет эта борода. Поехали. Поехали, ребятки, будем разваливать всех. Все, теперь у нас осталась одна локация, получается, где нам нужно будет что-то кого-то точно предупредить, приманить, прибить и так далее. Без проблем, без огнестрела. Я уже говорил, что легко можно это сделать. Да, она зеленая, это легкая очень сильно будет локация. Вот тут даже напрягаться и не нужно. Так, поехали. Поехали, поехали, поехали. Сосновая роща, зеленочка. Поехали. Можно даже было бы без бронити. Хорошо, что я не взял с собой броню целую. Вот эту мы собьем. Эту мы собьем. А там уже, наверное, на следующий акт уже будет броня спецвойск, конечно же, подойдет. Так, что тут мужик лежит, ё-моё. Ё-моё, что тут у нас такое было? Угу. Давай что сделаем? Давай я, наверное, тут авто включу, потому что собирать будет много чего тут. Вот, я не знаю, нужно нам, не нужно топорики эти все. Наверное, скорее всего, что нужно. Тут можно еще залутать, ребят. Вы помните, да? Тут у нас должен быть факел. Факел, который будет поджигать нашу пещеру. Там, где у нас будет кто-то сидеть. Какой-то волк или, я уже не помню, какой-то шпак. Вот, сейчас мы быстренько это все сделаем. Так, 40 хп зомби. Что мы можем подумать с этим зомби? Ну, давай будем этим факелом долбить его, не знаю. Пускай горит. Вот, вот так вот. Гори, гори, ясно, чтобы не погасла. Вот, найденные улики. Хорошо, забираем. Только надо переключаться, чтобы факел не сгорал. Вот и все. 40 хп. Опа. Отлично. А что он не горит, смотри? Ничего себе, брат. Ничего себе. Давай, 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 давай. Половинку где-то оставим, чтобы оно не сгорело. Так. Ну-ка, бах, бах, хорошо.
Смотри, как зомбак горит, да? Прикольно же сделал, как через огнемет, как будто. Давай, отлично. Так, далее. Давайте сразу будем улики находить. Вот, 4 челика нужно обойти, чтобы типа улики какие-то найти. Так, здесь у нас ягоды, давай заберем. Тут у нас растительные эти штучки, растительное волокно. Вот, можно, да, известняк можно взять, потом топор сделать, да. Если это будет последний ивент, то мы, в принципе, можем с вами пойти и... А, я не туда пошел. Не увидел. Все, хватит с тебя, друг. Все, тут забираем. Так, еще 2 улики, да, осталось. Ну, давай, найдем, без проблем. Так, есть камень немножко, камня возьму. Вот так вот. Не знаю, что там по ресурсам. Может быть, забьют портфель, а может быть, нет. Я вот же не помню. По-моему, не забивали здесь. Так, а ну-ка. Так, улетел. Улетел, друг. Хорошо. Видите, тут даже зомби больших нету. Тут даже какой-то разрушитель брать сюда не нужно. А я взял, конечно же. Иди сюда. Хорошо. Так, там ловушка, да, у нас? Ловушечка. Ловушечка, улики найдены. Вот здесь зажечь нужно. Дождитесь ночи. Ага, ну давай, мы пока. Видите, днем оно еще не работает. Я вообще такое, я первый раз вижу. Тогда мы, по-моему, ночью это делали, если я не ошибаюсь. А, тут можно даже поспать. Офигеть просто. Возле костра поспал, нормально, дядя. Так, окей, у нас есть ягоды. Покушаем, да. Вот, ягоды, малины, Кати, Катерины. Это возьмем сюда. Так, ягоды соберет, доски соберет. Все, пойдем наверх, наверное. Ну, давай еще вот эту ткань заберем, чтобы она тут не лежала. И здесь и вот ткани, ягоды тут есть. Короче, еще тут ресов куча. Это то, что мы можем собрать. Ну, давай. Так, уже какой-то зомби тут нарисовался. Откуда он взялся? Это волк. Волчора, ты че такой тут? Блин, жрешь моего друга, а? Волк. Так, оленюшка у нас есть даже. Ну, оленюшку мы-то заберем. Да стой, эй! Ты чё, олень долбанный? Вот ты дурак, и убежал. Взял и убежал сразу. А ну-ка иди сюда. Сейчас мы тебя факелом поджарим. Молодец, горит нормально, смотри, как олень. Просто офигеть. Так, все, идем сюда. Так, у нас факел еще есть, да? Ой-ой-ой, стопарики. Тут у нас этот супер альфа-волк. Ну, что могу сказать? Могу сказать одно. Бьем разрушителем и добиваем битой. Пошел вон альфа-волк. Альфа-волчок. 2 хпшки. Слышишь, как это 2 хпшки? 2 хпшки — это не интересно. Это не очень интересно, да? Вот. Ну, я не знаю, вытащим мы его оттуда или нет. Ну, иди сюда, будем тебя жарить огнем. Но он меня может сожрать, если я буду бить вот этой штукой. Жестко бьет, но горит серьезно. Горит, как будто как так и нужно. Подорай, братан, алло. Во, нормально, все. Задание выполнено, но это еще не все, да, получается? Да, это, наверное, только несколько там, да, миссий. Завершите 3. А, ну, что-то нужно забрать, наверное. Ну, давай посмотрим, заберем или нет. Что-то можно здесь забрать. Это столик у нас. Что-то ковыряется. Там какие-то бумаги, сейфы. Так, сигнал подан. Отправляйтесь в сосновый бор. Окей, сигнал подан. Еще раз посмотрим. Не выполнили, по идее. Акт 3 миссии. Ага, это только один. Еще два задания. Ну ладно, я могу что сделать, ребят? Смотрите, я могу создать здесь топор, как минимум. Сейчас чуть-чуть немножко подфармить дерево, да? На все слоты, которые у нас доступны. И, в принципе, закинуть это домой. Для чего? Ну, в принципе, у нас будет возможность. Есть постоянно сейчас, на данный момент, скажем так, возможность, которая будет давать нам именно дерево куча. Просто дерево куча. И этим всем мы можем нафармить очень много дерева. Вот. Давайте сейчас посмотрим. Здесь, конечно, не выпало ничего, кроме вот этого, по-моему. Вот. А так, в принципе, если у нас есть возможность, ну, то почему бы и нет, забрать, да? И мы можем еще забрать что-то. Я хотел или с почты посмотреть. Весло у нас тут есть. Арбалетики. 360 крышек. Офигеть. 6 мин, 6C4, 25 свинцовых листов. Короче, здесь у нас нормально так. Нормально, я бы сказал, неплохо. Вот, а мы с сезона все забрали, да? У нас следующий баллон будет, и здесь броня. Вот броню бы я еще забрал, и скарбы забрал, и баллон еще. 2 баллона, кстати, до АТВ дают бесплатно.
Вот так, подожди. А может и не два, может один, может у меня вот эти вот, не знаю, непонятные штуки, которые дергаются на пол экрана. Вот как-то очень сильно непонятно. Так, ну все, хватит, два стака, я думаю, хватит нам. То мы будем бегать здесь 20 часов. Вот, нам нужно в сосновый бор. Там, где мы будем, конечно, что-то делать, я не помню что, но пойдем домой, я сейчас вот это все сброшу. Вот, добьем вот этот топорик и вот этот надобьем и пойдем домой. Все, хватит, да? Забираем данное дерево и идем. Ну, хотя бы два стака дерева мы забрали. Все, хватит. Ну так, недолго, да, чтобы вы долго не ждали, я долго не бегал. Но чисто вот так вот, два стака взял, это 20 досок. 20 досок, это уже уголь какой-то, это уже что-то можно переплавить на станку какому-то. Вот, то есть, ну, по чуть-чуть, потихонечку, не сильно там нужно бежать. Так, сосновый бор это... А хотя мы можем сюда, да, сразу пойти. У нас же есть хилка. Хилка, хилка, хилка. Ну давай пойдем, давай попробуем. Не знаю, может нас пристрелят там, конечно. Но посмотрим, давай пойдем попробуем. Так, у нас есть разрушитель кувалда. Маловато, конечно, если честно сказать. Ну попробуем, давайте попробуем. Да-да, нет-нет, убьют так убьют, потеряем так потеряем. Если терять, так все терять. Все, поехали, сосновый бор. Сосновый бор, смотрим, что у нас здесь. Что они хотят от нас, да? Вот, так, тут у нас два челика. Все, я понял. Я понял, что здесь такое. Вы помните, да, что тут за локация и что тут нужно делать? Я очень хорошо помню эту локацию. Здесь у нас, конечно, офигенная история. История от Ералаша какого-то. Ну ладно, пойдем посмотрим. Так, куда тут нужно идти? О, я слушаю, слушаю, краем уха, просто рюкзак порвался, а он меня счастливый. Молодец. Далее. Приятный вечер, а? Сегодня, послушать хороших историй. Задолбали эти истории, ну давайте будем слушать. Так, что они говорят? Молчат собаки, да? Молчат, молчите, лучше молчите. Так вот мы о чем. Той ночью в лесу опять услышали женский плач. Такой пронзительный, знаете, пробирающий душу. Один парнишка только что вернулся домой и не знал о событиях прошлой ночи. Он сразу кинулся в лес, чтобы помочь женщине, и тоже пропал. А мы в итоге узнаем, что с ними всеми случилось. Никто не узнает. Говорят, в лесу рядом с той деревней до сих пор по ночам можно слышать, как плачет женщина. Рек, что такое? Пойдем-ка проверим. Тот чувак. Местные знают, что тут проходящие мимо иногда сейчас пропадают. И тогда ей что-то там. Так, проверка связи. Историю послышали? Пойдем теперь посмотрим, что тут случилось. О, портфель нашел. Офигеть, офигеть. Хорошая история. Место происшествия осмотрено. Мы осмотрели все место происшествия. Ну-ка, пацаны, подкину вам немножко. Ну что там, успокоились? Что же вы такие глупые все? Это ведь не страшно сейчас что-то там совсем. Так быстро бегают, не могу прочитать. Не люблю такие истории без концовки. Как там постоянно ревел в лесу. Куда делись все эти герои-спасатели? Не знаю, не знаю, братан, не скажу, куда они делись, но мы можем узнать. О, смотри. Блин, как четко смотрится это дерево. А давайте его срубим, посмотрим, что с него падает. Может, это уникальное дерево, которое никогда ничто не рубил. Ага, понятно. Да-да, уникальное дерево. Ага, конечно, конечно. Место происшествия. Ну, идем дальше. Так куда рубишь, алло? Место происшествия. Та-ра-ра-ра-ран. Так, ладно. Следующая история. Просто сбежать не боюсь от жен, а те напридумывали себе на и народ что-то там, что-то там. Так, 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 куда пошел? Не уходи, пожалуйста, не надо! Она сожрала его! Сожрала эта гребаная ведьма! Блин, как ты задолбал. Не, ну тут знаете что, в этом ивенте мне очень сильно нравится, как ведьма убивает челика. Она... Это просто прикольно сделано. Вот смотрите. Сейчас просто она приходит и жрет его. Это очень эпично. На тебе. Ой, взяла, потащила. Красиво сделано, очень красиво. Жутко даже. Немножко жутко. Жутковато. Она его потащила куда-то, я не знаю куда. Куда-то в эту сторону. Ну, чтобы там что-то найти, я думаю, мы вряд ли найдем. Так, ладно.
Что у нас там по заданию? Доложить по радио. Ну давайте доложим по радио кому-то. Там, я не знаю, кому мы доложим по радио, ну кому-то это доложим. Все, мы доложили по радио, и теперь нам нужно поехать куда? Отправляйтесь со сосновую чащу. Так, я надеюсь, что это не следующая глава, 4. Еще раз проверим. Открыть. Да, еще одна сосновая чаща, и мы пойдем. Ну, короче, тут мы послушали истории, что-то там в лесу какая-то женщина орала, кто-то куда-то пропал, какая-то ведьма украла. Короче, полная дичь. Вот, ну, весело, весело, конечно же, ну... Нужно ехать дальше. Так, сюда поехали. Вот здесь, конечно же, да. Вот тут мы можем откиснуть. Я даже не помню, что здесь есть, что здесь и как. Но попробовать можно, ребят. Попробовать, конечно же, можно. Давайте я возьму вот так вот, наверное. И мы попробуем с вами, конечно же, это все дело пройти. Вот, сосновая чаща, опасная локация. И здесь нужно быть аккуратным. Аккуратным, потому что, сами знаете, что здесь водятся... Побольше зомби, по максимальной, по больнее бьют и так далее. Ну что, поехали. По стелсику, ребят, стелс всегда должен работать. Вот и все. Так, там у нас вот так вот. А здесь мы пройдем, чтобы этого волка не согреть. А не так не было. Ну ладно, ладно. Давай заберем. Этого тоже добьем. 120 хп-шек. Слышь, ничего себе, ты зомби-офицер тут. Серьезный дядя, серьезный. Так. Тут берем, тут вообще какая-то машина в бочку врезалась. Что за приколы тут были? Так. Ну, в идеале, конечно, бы, да, зачистить данную локацию под фул. Ну, не знаю. Не знаю, ребятки, как она будет. Ну, можно вот так вот побить немножко пацанов. Так, вот здесь у нас есть... Тут толстяк, да, стоит? Ну, скорее всего, волк. Ну, волка я, наверное, буду только разрушителем пилить. Потому что разрушитель – это разрушитель. О, вот это дал плюху, да? Улетел аж. Нормально. Мне аж понравилось. Так, тут раз, два вижу, три вижу. Ой-ой-ой. Ой, тут какое-то такое что-то творится. Ладно, объем бы уже пошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй, как не выжить-то здесь, алло? Что-то много согрелось, пацанов, очень много. А я за бочкой могу как-то стать? А ну-ка. Не могу, наверное. Блин, ну, сейчас побьют меня, убьют. Ну ладно, мясницкий нож, он нормальный, тащит, скажем так, тащит толпу. Вот, потому что иногда, знаете... Нету ничего, оружия никакого, а тебе что-то нужно кого-то убить. Ну, видите, вот сейчас у меня практически ничего нет, можно так сказать. Вот, но зато мы затащили эту толпу. Так, сразу мы можем что-то сделать. Не, нельзя, ничего. А, можно отхилиться, да, можно отхилиться. Вот так вот, под фул. Вот здесь ягоды, чисто ягоды, пускай будут. Все, здесь мы сделали, тут мы смотрим, да. Что-то тут проснулось. Какой-то ишак, вот этот бегуняра-то такой, а? Проснулась. Поспи себе спокойно. Нет, тебе нужно встать именно сейчас. Вот бегун. Ну, бегун, забираем. Бабам. Так, есть у нас какой-то суперкосмический енот. Так, соточка. Ну, если это альфа-волк, тогда до свидания, альфа-волк. Не, ну разрушитель это пушка. Я думаю, что пушечка еще та. Так, скверный обжора. Пошел вон. Вот это сюда и поехали. Ну ладно, ладно, давай уже добьем. Давай, давай, улетай. Все, молодечек, молодечек. Хотя, в принципе, я не знаю, разрушитель уже трогать я не буду, потому что он откиснет. Вот, кувалда у нас есть. Кувалду, да, мы можем потрогать. Тут какой-то чоппер стоит, вообще без печали, да? Посмотреть, куда ведет шнур. Да, шнур-то ведет туда, где-то туда, где-то куда, где-то туда. Вот, ну сейчас мы заберем. Тут можно, конечно, было бы бензина налить, но надо было бы пустые бутылки взять. Так, альфа-волк, кувалда сколько? Соточку, хорош. Так, вот здесь шнур, да, посмотреть. Контакты должны быть замкнуты, а провода изолированы. В случае повреждения оплетки допустимо использовать изолированную ленту. Будьте внимательны, проверьте надежность крепления проводов взрывчатки. Заметки на полях. Я прихватил с собой запаску. Лежит в мотоцикле. В мотоцикле? Мы уже были в твоем мотоцикле. Не хватает запчастей. А что тут нужно? Какие запчасти-то нужно? По-моему, изолента, да, нужна? И что-то еще я не помню.
Ладно, давай попробуем. А что он хочет? Не хватает запчастей. Ну куда? А, тут понятно. Тут показывается идти, я стою и клацаю не то, что нужно. Так, смотрим, что здесь у нас. Три провода. А где мы возьмем три провода? Три провода, ребят. Есть у нас провода? Три провода. Ну, дома точно есть. На почте провода. Давай посмотрим, есть ли на почте провода. Три провода. Ну, что-то нужно будет удалить, да, если есть. Да, 40 проводов. Короче, давай тогда я возьму с почты. Что-то удалим. Ну, придется удалить топор, наверное. Топор удаляем. Берем провода. Провода. Это у нас что? Это у нас запчасти, наверное. Запчасти, проводочки берем. И все, все закидываем. Можно будет, конечно, потом домой поехать это все скинуть. Потому что и дерево тащим с собой, и это, и то. Вот, починить. Все, все работает, отлично. Сейчас, конечно же, нас подзорвут немножко, но ничего страшного. Так, все, отлично, задание выполнено. И черешня взрывается. Бабах! Взорвался? Интересно, да, взорвался? Открылся ящик и закрылся. Интересно, интересно. Непримечательная деревня. Она закидывает на локацию. На локацию, где мы типа проснемся. Вот это, конечно же, да. Здесь... О, болит моя голова, называется. Эрл проходил рядом, когда возвращался с охоты и услышал взрыв в зловещем лесу. Это типа нас убило. Там он нашел бедолагу, привел сюда. Похоже, кому-то не повезло оказаться рядом с центром взрыва. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. Небольшое сотрясение мозга. Отлежаться и сможет идти снова. Все вещи мы сложим рядом, когда придется заберет. Короче, типа он и шел, нашел меня, да, и так далее. Ну, это смешно, конечно. Вот такой взрывчатке можно было голову потерять, и не только голову. Вот, ну ладно, ладно. Так, как хорошо. Ой, привет, привет, рейдеры. Блин, этот спас меня, а эти его убили. Какая-то очень жесткая игра, очень жесткая. Только меня только убьют тоже могут. Так, пошел вон рейдер. Давай, дай отхилю сначала, так нечестно. Так, у тебя дубиночка. Хорошо. Нам нужно, конечно же... А не получится так. Блин, а как же мне его-то снести? Ну не знаю, придется, наверное, домой ехать, ребят, потому что хила тут ноль. Ноль, просто ноль, сейчас это добьет меня. Там нужно, нам нужно будет еще, будет биться тут очень-очень много с рейдерами, очень много. Ну давай самолечение я, наверное, все-таки врублю. Может как-то поможет, а может быть не поможет, не знаю. Так, все, можно идти, тут забираем то, что лежит. Куда нам нужно идти? Ого, тут расстрел какой-то серьезный. Вот, заберем. Так, пробраться через блокаду. Я доберусь до вас, сволочи. Охренеть просто. Так, ладно, я беру кувалду, ребят, потому что здесь очень будет больно. Я так понимаю, мы не сможем здесь что-то сделать. Жалко, что не лутают трупы. Почему нельзя лутать трупы? Что за бред такой-то? Что за бредятина? Покушаем уже под фул, я не знаю, как мы разберемся с этим. Но. Ладно. Так. Тут у нас что есть? Вот это есть. Пацанов этих нельзя залутать, жалко, да? Вот, а что здесь у нас? Это в дом нужно, наверное, все-таки зайти. Так, тут у нас три челика, которым мы должны помочь. Это раз. Так, здорово. Они приближаются, готовьте защищать свои семьи. Рейдер, ты что делаешь? Отстань от моих. Значит так, или вы по-хорошему даете ящик, или у вас никакого ящика нет, да? О, тут у нас еще какой-то пацан пришел. Это босс, смотри, кому нашли. Ну, так. Ну, дружок, пойдешь с нами, попрощайся со своими друзьями, которых ты еще что-то там не делал. Вот, блин, ты рейдер. Посмотри, какой. На тебе, я бы тебя сейчас на прописал бы, и еще на, и кувалдочку запихнул бы, ой, не в ту сторону. Блин, ну конечно он серьезный, этот рейдерек. Бух просто, вот тебе такую поплюху зарядить. Вот. Ну хила тут нету, жаль. Весь хил мы использовали, у нас самолечение только есть.
Вау, хил появился, офигеть, провода пошли вон. Ну, провода проводами, мы выкинем их пока. Так, а как мне туда перейти? Что там вот происходит? Мне интересно, ребят, что вот тут происходит? Вот здесь постоянно какая-то бойня, постоянно что-то происходит. А ну-ка дайте я его добью, пацаны, давайте я добью. 3-1, как раз норма. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, лутаем быстренько, быстренько. Так, сразу это скинули. Что у нас там не хватает? Надеть. Отлично. Так, пока что нормально. Смотри, сейчас пропадет труп, его не будет. А может и будет, не знаю. О, смотри, не пропал. Как-то оно странно так, знаете, работает, я не знаю. Пацаны, успокойтесь, я уже его убил, алло. Хватит меня колотить. Колотил Колотушкин. Это жесть. О, еще один есть. 96 шум. Ой, это. Тарари, тарарай. Что-то шепчет в тумане. Что-то они какие-то... Мне кажется, что не забаганные, ребят. Мне кажется, что это баги. Просто забаганные пацаны. Так. Тут что? Тут нету никого. Этот до сих пор долбит. Вот воздух просто бьет. Эти бьют воздух, тот бьет воздух. Короче, странненько, да, немножко? Мне кажется, что это странная фигня. Ладно, с этим понятно. Поговорить со старостой. Три задания нужно выполнить данной старости. Давайте я отхилюсь по фулу, чтобы наверняка, да? Ну, вот мы даже сюда закинем. Пацаны, здорово. И ребята, давай, будем. Рада тебя видеть, добром здравии. На после нападения рейдеров здесь настоящий хаос. Без твоей помощи мы не справимся. Окей, пацан, окей, не let's go. Помочь выжившим деревне. Окей, поехали. Поехали, выжившие деревья. Тут тоже будут зомбаки, по-моему, если не ошибаюсь. Да, есть у нас 3 зомби. Сейчас. Разобраться с рейдерами. С этими рейдерами, да? А ну-ка. Опа. А чё я один-то разбираюсь с рейдерами? Может, вы поможете мне? Ну, помогите, пожалуйста. Убьют сейчас. Убьют. Нет, не надо черешню убивать, пожалуйста. Пошел вон. Фух, повезло. Не знаю, что бы мы делали без твоей помощи. Привет, конь. Ой, конячка. Красивая конячка, да, ребят? Вы бы хотели, чтобы коня добавили? Наверх бы залезть бы туда. Вот, ну, очень красивая конячка. Кому нравится, поставьте лайк, ребят. Так, есть первое задание. Мне интересно, вот там внутри стоит чоппер. Мы можем вообще ему как-то это зайти, пройти? Вряд ли, конечно, но чоппер там стоит, как вы видите. Вот, и здесь у нас есть какая-то штука. А, тут мы были. Вот, ну я даже не знаю. Так, самолечение есть, поехали. Делаем самолечение себе. Так, следующее, поехали, следующее задание. Пойдем помочь выжившим деревне. Окей, пойдем поможем. Так, тут у нас что-то такое, да? Рейдер, стопарики. Сюда иди. Иди сюда, родная. До свидания, родная. Все, тут лутаем. Тут у нас собачка, которую нам нужно спасти, покормить ее, конечно же, без этого никак. Вот, первым делом мы покормим ее и риску. Вот, и вторым делом мы заберем то, что мы можем. Это мы покушаем раз. Ну, давай флешечку я заберу. Все, тут у нас все понятно. Дуб есть, да? Дуб мы кстати, почему-то не можем бить дуб. Видите, он не агрится. Может быть, из-за портфеля? Ой, из-за сумочки? Ну, я думаю, вряд ли. Так, а тут у нас какая-то это, да, такая интересная подсопочка. Все, идем дальше. Это помочь, верните собаку хозяину. Ну, держи свою собачку. И риска порядка, и даже уже успела что-то сажать. Спасибо тебе огромное. Да не за что. Так, ля-ля-ля-ля, помочь жителям деревни. Окей, let's go, let's get the ярый герл. Поехали, что у нас тут происходит? О, брат. О, 2 бинта, где же я тебе их возьму-то, дружок? Где я тебе их? 10 бинтов. Берем. Я уже забыл, что у меня на почте есть хил. Прикольно. Так, 10 бинтов. Давай быстренько заберем. Я просто думал, что мы будем ехать домой, это все восстанавливать. Но нет, ребят, нет. Все, я помог. Вот, раненым, и он довольный. Все отлично. Так, сдаешься мне, старина. Чак, еще потрепаешься. Да. Ну все, мы вычислили деревню, хорошая работа, все отлично, справились, особенно ты.
Конечно же, конечно. Теперь настало время вернуть нашего Эрла домой. Вот и все. Эрл, иди домой, а мы как бы уже все собрали, все нормально залутали. Здесь все прекрасно. Так, отправляйтесь в Каменные горы. Так, а что мы выполнили? Выполнили. Открыть акт. О, ё-моё, это уже акт 4 пошел. Ё-моё, мы третий выполнить должны. Вот, ну, третий акт. Что дают в третьем акте? Третий акт. Первым делом, конечно же, схемка. Прикольно, да, на лук дают. Далее у нас щенок. И самое лучшее, что можно взять, это книжная полка, которая стакает все по 300, ребят. Все по 300 мы можем теперь стакать. Вот и все. Вот сегодня мы с вами вот так вот пролетели вот это все дело. Я надеюсь, что ролик вам понравился. И мы без проблем теперь можем поставить себе книжную полку, которая будет стакать все по 300, особенно талоны. Именно талоны оно и стакается. Вот, мы обязательно это все поставим дома. Вот, надеюсь, ролик вам понравился. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И, конечно же, ребят, мы отправляемся на розыгрыш 500 монет. Значит, вставляем ссылочку и смотрим. Смотрим, кто из вас сейчас победит. Черешня, ты добр, развивайся так и дальше. Спасибо тебе большое, D3Rix. Обязательно напиши мне до конца месяца, чтобы получить свои монеты. Желаю всем удачи в следующих видеороликах. Всем пока, ребят.